Уважаемые казаки и казачки, дорогие братья и сестры, муниципалитет города Льенца, Австрия, выделил землю и разрешил строительство православной часовни Покрова Пресвятой Богородицы на мемориальном казачьем кладбище. Там похоронены сотни казаков и граждан разных национальностей, погибших в мае-июне 1945 года во время известных трагических событий. Более 65 лет участники тех трагических событий и их родственники в разных концах мира ждали и добивались этого решения. И вот настал момент строительства. Если вам дорога память ваших предков, и вы готовы принять участие в благотворительной акции строительства часовни, направляйте пожертвования на расчетный счет, который вы сейчас видите на экране. За дополнительной информацией обращайтесь на радио «Казачий Дон» по телефону +7 863 244 81 82 к администратору Виктории. По желанию, имена всех жертвователей и их погибших родственников будут вписаны в поминальную книгу часовни. В платежном поручении или переводе необходимо сделать пометку «Благотворительный взнос на строительство часовни в городе Льенц». Организаторы строительства заранее благодарят всех за оказанную помощь. Увековечим память наших братьев и сестер на австрийской земле. Слава Богу, что мы казаки!